Всем привет, дорогие друзья, с вами Крымский влог и я Артём Лавриненко. Ну что, друзья, у нас сегодня очередное путешествие по окрестностям города Севастополя. И нет, друзья, мы сегодня не идем на пляж Автобат. Мы идем немножко в другое место. Как я уже написал название, оно немножко секретное, неизвестное. Это маленький, уютный, дикий пляжик, который находится недалеко от пляжа Автобат, друзья. Поэтому сегодня будет интересное приключение. Как видите, море немножко штормит. Я планировал еще покупаться, надеюсь, у меня это получится. Друзья, ну а пока не началось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои пламенные комментарии. И не забывайте переходить в ссылки в описании на телеграм-канал, потому что там я описываю все эти достопримечательности, как к ним добраться, локации и так далее. И первым комментарием к этому видео будет закреплен Дзен. Друзья, тоже большая просьба подписаться, потому что в Дзене хотя бы есть монетизация. Хоть как-то все мои труды будут оправдываться. Ну что, друзья, приятной прогулки. Погнали! Ну что, друзья, мы начинаем отсюда. Мыс Тигровый и пляж Автобат. Отсюда открывается просто шикарный вид на все эти скалы. Как видите, я надеюсь, вы понимаете, почему называется Тигровый, потому что, видите, скалы такие разноцветные и напоминает расцветку тигра. Друзья, мы летом с вами здесь были, ролик набрал там почти 15 тысяч просмотров, всем это место очень сильно зашло. И я надеюсь, на обратном пути мы сюда вернемся, пройдемся еще раз по уникальной лестнице этого пляжа. И обязательно здесь искупаемся. Если, конечно, не получится искупаться на том пляже, на который я сегодня запланировал пойти. Море сегодня немножечко штормит. Но я думаю, что для нас это не будет проблемой. Для того, чтобы попасть на этот пляж, я оставлю вам несколько видеоориентиров. Видите, здесь стоит парковка. Автомобили стоят. Чуть правее стоит лавочка. На ней написано «Скамейка мечтаний». И вот здесь направо пошла тропа. Да, еще здесь открывается шикарный вид. Конечно же, на мыс Фиолент, друзья. Невозможно это не заметить. И обратите внимание, какое море. Возле берега оно немножко голубое. Прям такая линия расчерчивает. А дальше уже непосредственно то самое Черное море. И вот здесь снизу начинается тропа. Тропа очень опасная, неудобная, поэтому, естественно, если вы пойдете сюда, одевайте хорошую обувь. Здесь прям обрыв на обрыве. Я думаю, вот так будет хорошо видно. Здесь не так много спускаться, как на Фиоленте, на пляж Баунти. Немного, но тем не менее, все равно. Спуск довольно-таки интересный, слегка опасный. Думаю, каждому путешественнику, каждому человеку, который любит посещать всякие такие экзотические места в Крыму, обязательно понравится. Видите, здесь даже кто-то как в виде ступени кто-то выдолбил, что ли. Интересно. И вот такие скалы, друзья. Фиолентовские, красивые тигровые скалы. Смотрите, здесь просто вот тропинка идет под обрывом. Видите, все, чуть-чуть оступился, шаг вправо и ушел. А здесь тропа наоборот идет под скалой. Видите, прям под ней проходим. Красота, друзья. Вот за что я обожаю фиолентовские пляжи, то что к ним еще нужно добраться. И тем ценнее становится место. Потому что это не просто приехал, покупался, а еще надо спуститься, а еще надо найти спуск этот. И потом уже, соответственно, отдохнуть, как полагается. Так, друзья, осталось совсем чуть-чуть. И мы будем с вами внизу. С этим местом нет абсолютно никаких историй, никаких легенд. Это просто красивое, интересное место. И вот куда я сейчас пошел, друзья, здесь просто мы посмотрим сверху на это самое место.
Но не спустимся, спускаться нужно с другой стороны. Посмотрите, какая красота, друзья. И именно сюда мы сейчас отправимся вниз. У-ху, шикарно, посмотрите, там грот такой интересный. Волны просто бушующие. Так, ну что, не теряем времени, идем. Друзья, слышите эти звуки? Нет, это не ПВО работает, это так волна фигачит. Посмотрите, какой здесь оригинальный спуск. А? Сейчас такое ощущение, как будто мы куда-то в бездну будем с вами спускаться. Воу, друзья, это шикарно, просто посмотрите. Ну что, идем? Слушайте, немножечко страшновато. Смотрите, как надо тут спускаться. И с той стороны просто бабахи дикие. Я не знаю. Смотрите. Вот это стихия, вот это сила воды, друзья. А так смотришь с утра, думаешь, о, что там водичка, тишь да гладь. Нас интересует вот это место. Слушайте, а я прям хотел тут искупаться, но я что-то передумал. Чувствую, не получится. Ладно, полезли. Чего не сделаешь ради вас. Мы должны это увидеть поближе. Но встретимся внизу. Давайте спускаться вместе, друзья. Я просто хочу, чтобы вы тоже это видели. Эту красоту, эту стихию, эти бабахи. Просто кайф. Смотрите, просто шикарно. Сколько раз я слово шикарно сказал в ролике, друзья, кто посчитает, тому будет приз. То, что это нереально. Здрасте, вы меня напугали. А? Ой, класс, друзья. Я надеюсь, меня не обрызгает. Чё? Опа! Смотрите, что творит море? Что тут происходит? Просто посмотрите. Просто лупашит об скалы. Вау! Прям рядышком, друзья. Слушайте, вот это контент для вас подъехал. У-ху! Прям рядом. Смотрите, идет. Сейчас будет. Сейчас соберется. Главное, чтобы меня отсюда не смыло. Так, друзья, ну если ролик вышел, значит все нормально со мной. Так, ну давай еще раз бабаха и пройдемся немножко дальше. Бабаха. Ой, смотрите, какая волна идет. Смотрите. Какой накат. Сейчас. Опа. Класс. И еще разочек давай. Давай. Мы как раз для этого сюда пришли. Друзья, я вам вообще пришел сюда показать пляж. Но это сложно назвать пляжем. Вот посмотрите, вот так он выглядит. Такой грот в скале. Мы сейчас подальше туда пройдемся с вами обязательно. Смотрите. Здесь даже не один грот, видите, здесь такая система. Мы сейчас пройдем, постараюсь вот туда подальше. Там вода прям забрызгивает. И в общем, мне было в планах вот сюда залезть, попрыгать. У-у-у, класс.
Блин, так вода стучит, друзья. Посмотрите, здесь просто огромный козырек такой, желтый. Ну, шикарно, господи, мне так нравится здесь, друзья. Я прям как ребенок радуюсь этим волнам. Вот, смотрите, какая красота. Мы прям внутри грота с вами находимся. Сейчас спустимся еще туда пониже. Ой, как шикарно. Ой-ой-ой, друзья, что происходит? Так, главное, чтобы я ушел отсюда, чтобы волны не стали больше. Блин, ну море вообще сегодня радует. Оно очень-очень красиво. Смотрите, что находится здесь. Идем дальше. Главное, чтобы никаких обвалов не было. Посмотрите, здесь прям такой бассейн. Посмотрите. Вот это то, ради чего сюда стоит прийти летом, я не знаю, или в более теплую погоду. Вот посмотрите, здесь есть такой огромный бассейн. Блин, с него прям отсюда можно попрыгать со скалы. Видите, как ванна молодости на Тарханкуте. И есть рядышком поменьше. Вот, широкоугольную камеру включу, чтобы вы понимали в целом целостную картинку. Смотрите, видите, там море, а здесь вот просто две вот такие ванны. Я не знаю, добавить сюда пузырьков, и будет просто джакузи именное. Шикарно, друзья. Здесь, видите, такая система гротов, там, по всей видимости, кто-то жил, ночевал, костер палил. Сверху тоже есть грот. Я не знаю, возможно, люди их сами выдолбили, а может, матушка природа. Но все это очень гармонирует, создает просто необычную красоту, друзья. Вот так в целом. Вот такой в целом здесь вид. Друзья, просто шикарно. Шикарно, друзья. А вон девушка, видите, стоит, которая напугала меня. Ой-ой-ой, смотрите. Сюда прям. Класс. Бомба. Место вообще бомбовое. Я жалею, что я в прошлый раз сюда не пришел, не показал вам это место, друзья. Я обязательно, бархатный сезон еще будет, и мы с вами сюда придем и вместе покупаемся. Дальше есть тоже грот, вот тот самый дальний, друзья. Но я уже, наверное, туда пойду, конечно же. Ой, хотел отмазаться. А нет, я вам все здесь покажу. Все. Посмотрите, вот снизу можно там пройти. Сбоку. И выйти прямо вон туда вот, на краешек, и оттуда можно попрыгать, посягать водичку. Но мы с вами практически все здесь прошли. А вон лестница. Класс, друзья. Все это с таким рыжим цветом, с солнышком сочетается. Я не знаю. Ну, место бомба. Однозначно к посещению, если будете в районе Автобат. Не поленитесь, сюда приходите. Так, друзья, я не мог оставить это все просто так, чтобы вам все здесь не показать. Посмотрите, здесь еще такой огромный грот. Я уже туда не доберусь точно. Потому что, видите, здесь все в воде. А дальше нужно пробираться по канату. Просто огроменный гротище. И здесь тоже вот такая ванна. Тоже можно здесь покупаться. Все, будем возвращаться обратно. Женщина прям решила купаться. Прям серьезно настроена, смотрите. Ёлки-палки, вы просто посмотрите, что здесь происходит. Она собралась идти купаться. Посмотрите. Зачем?
вы поняли, что за человек? Она шла за мной, я в шоке, я бы никогда в жизни не залез бы в такой страх. Просто отчаянная девушка. Друзья, ну я просто стоя аплодирую, я не знаю, точно так же, как и вы. Но она нереально смелая. Вы сами видели, какие были волны. Да и какие они до сих пор, просто посмотрите. Она плывет. Это сегодня просто героиня нашего влога, друзья. Однозначно она заслуживает вашего рукоплескания и комментария. Все, выплыла спокойно и поплыла в открытое море. Там же, конечно, не такие волны. Но что я вам хочу сказать? Волны стали еще сильнее бьют о скалы. Я уже, видите, по этой лестнице поднялся вверх. Просто посмотрите, как это шикарно. Еще раз сверху. И чтобы вы не переживали, с девушкой все нормально. Вон она уже на берегу, видите. А еще два мужика подошли. Ну, короче, все хорошо. Я специально не выходил, пока она не вернулась обратно. Думаю, блин, если что, надо будет нырять. Но волна сегодня здесь шикарная. Просто посмотрите, просто лютейшая. Злая черноморская волна. Аж мурашки по коже, смотрите, там просто что-то страшное вообще происходит с этой стороны. Так, ну и скоро закат, друзья. Давайте уже дойдем до автобата наконец-то и там его проведем. Начинаем схождение к пляжу автобат, друзья. Включим широкую иголочку, чтобы лучше видно было, как тут и что. Друзья, для тех, кто хочет подробнее узнать, где это место, перейдите, посмотрите мое видео с этого пляжа. Естественно, самым антуражным на этом пляже является его лестница, его спуск. Такой лестницы нигде нет. Ни на Фиоленте, ни на мысе Тигровом. Посмотрите, просто ступеньки идут над обрывом. Мы сейчас не спустимся, когда я вам покажу. Смотрите. Хоп. И все. Просто лестница держится на скале. А скала, на самом деле, смотрите, она не такая, как вы, твердая. Она достаточно рыхлая. Из-за этого здесь постоянно происходят обвалы в этих районах. Плюс, естественно, за лестницей раньше следили, поэтому взимали плату за нее. А так как, естественно, никто не имеет права ограничивать доступ к морскому побережью вообще, к любому, то, естественно, людей, которые за этим следили, отсюда убрали, и теперь за этим, можно сказать, никто не следит. Вот посмотрите, вот эта лестница вот справа там просвечивается, это просто там она висит над землей. Посмотрите, видите? Просто в воздухе. Идем. И посмотрите, трещины, трещины, везде трещины. Вот, видите? Вот так. Это в следующий раз, когда здесь будете идти, думайте. И посмотрите, и просто в скалу уходим. Здесь часть тоннеля находится в скале. Друзья, просто здесь с каждым разом все страшнее и страшнее становится ходить. И уже выходим на нижнюю часть лестницы, и здесь она винтовая. Люди купаются здесь на пляже. Бархатный сезон как-никак. Пошли по винту. Давайте еще раз широкоуголочку. О, какая красота. Ю-ху. Здесь, наверное, 2-3 оборота вокруг оси. Так, я надеюсь, у вас не закружилась голова. Спускаемся. И хоба! Посмотрите, какая здесь красотища. Обожаю это место, обожаю этот пляж. Нереально красиво. По-экзотическому, так я не знаю, как будто где-то не в Крыму. Посмотрите, здесь даже люди поставили палатку. То есть, кто желает,
видите, друзья, можно прийти и организовать здесь палаточный отдых. Кстати, волны и здесь большие. Наверное, я все-таки не буду купаться, друзья. Я цикло. Мне страшно. Не хочу, сам не хочу. Посмотрите, какой накат идет. Такой хороший, симпатичный шторм. Но воду мы все равно потрогаем. Вода до конца не остыла, друзья. Вода достаточно теплая. Если у вас есть желание, можете приехать искупаться. Чуть не облила меня вода. Посмотрите, закат. Пляж Автобат. Просто шик. Друзья, и шторм. Ну что, я надеюсь, у вас, как и у меня, прогулка сегодня чрезвычайно удалась. А, кстати, помните, кто помнит, кто смотрел ролик с Автобата, то солнце уходило за горизонт правее, вот как раз за скалой туда. А сейчас, видите, прям с берега видно закат. Вообще, я так понял, чем дальше, тем будет сдвигаться. Просто волны. Смотрите. Бах! Если бы не волна, друзья, я вам отвечаю, я бы нормально сейчас. Вода все равно еще теплая. Посмотрите, какая огромная идет. Ого! И еще одна, посмотрите. Девушка убегает. Класс! Друзья, я надеюсь, вы так же, как и я, сегодня кайфанули. Отлично провели время. Уверен, этот ролик заслуживает вашего жирного лайка. Да и не только ролик, и девушка, которая плавала сегодня там в шторме. Я просто в шоке на самом деле. Друзья, и пляж Автобат, естественно, заслуживает вашего лайка и комментария. И его неповторимая лестница, друзья, я вам совсем забыл показать ее снизу. Она нереально крутая. Так, ну что, мои хорошие, я уже буду с вами прощаться. До встречи на канале, до встречи в новых прогулках. Не забывайте подписываться и писать свои комментарии. Да, и ссылка, закрепленная в комментарии на Дзен, обязательно подпишитесь. Сделайте хорошее дело. Для вас это ничего не стоит, а для меня это будет какая-то никакая копейка. Все, всех обнял, всех поцеловал. С вами был Крымский влог и я, Артем Лавренко. Пока!